Дамы и господа, здравствуйте. Сегодня мы идем в репортаж из очень интересного коттеджного поселка, называется Ладога. Поселок был создан в 2006-2007 годах, а вот мы, профессионалы этого рынка, узнали о нем недавно. Ну, кто-то знал, кто-то не знал, потому что здесь ничего не продается практически. Вот за 10 лет это второй дом, который здесь продается, а первый был продан между своими. Такой товар раньше вообще продавался без рекламы, не нуждался в этом. А сейчас, видите, наступили времена, когда уже мы подходим к нормальным цивилизованным методам продажи таких объектов. В чем ценность? Самое главное здесь — это поселок. Камерный поселок на 12 домов с собственным огромным озером. Более гектара площадь водной поверхности. Естественно, это озеро облагороженное. Оно окружено такими бревнами из лиственницы, специально привезенными, которые поддерживают его. Это очень дорого стоило. А вокруг него там детские площадки, пирсы, с которых можно нырять. Оно глубиной от 2,5 до 4 метров. Там есть пляж для детей. Там аэрация проводится, обогащение воздухом, чтобы рыба жила. И, конечно, вот такое озеро, оно главная ценность поселка. Естественно, оно стоит серьезных денег для владельцев домов. Они официально его арендуют через некоммерческое партнерство на 49 лет. А домики в поселке двух видов. Есть каменные, есть деревянные. Вот в данном случае мы берем на продажу деревянный дом из клееного бруса. Дом красивый, комфортный, качественно построенный, с душой отделанный, с функциональной планировкой, с высокими потолками. И в нем все внутри замечательно. И участок хороший, сосны множество, другие деревья, цветники, розарии, грядки, дорожки, освещение. Кроме дома на участке есть баня очень красивая, вот с по левой рукой от меня, замечательная, с хорошей парной, с русской печью, с комнатой отдыха. И есть еще хозпостройка с навесом, вот там направее от меня, на две машины навес просторный, сбоку хорошая печь с мангалом под казан и мастерская. Дом просто для души и прекрасной жизни. Буду завидовать тому, кто его купит и будет в нем жить. Всего доброго.